Пойдем уроки посмотрим. Уроки. Уроки мы никогда в жизни больше делать не будем. Нам сколько недель осталось? Недели. А, типа последние. Там есть строчки на японском, и они продвигают этот релиз на японский шоу. Окей. Я просто не вслушиваюсь. Периодически. Это вот тут вы тми наловили, да, вайбы? Я ловлю вайбы Тэмина только визуально чисто, как они его одели, потому что немножечко, как он выглядел в мув, флешбэчит. Но хореография, Рокки так танцевал всегда. Это не подслизано, не подсмотрено. Он вот такой вот резкий, как понос, он в целом, ну, блин, такой артист. Это как Тэмин, как бы, немножечко... вдохновлялся Джексоном. Джексон вдохновлялся Джексоном. Много кто вдохновляется Джексоном. И вот в нем вот эта вот резкость, она в целом всегда была. Там, Астра, посмотрите. Работы. Там как бы все то же самое. Единственное, что я теперь рада, то, что он не рэпует. Он же рэпером был. В Астра. Ну, в смысле, есть, я не знаю, что вот дальше у них будет в групповой деятельности, что-то происходить или нет. Но он очень хотел петь, я все поняла. Когда он сольно дебютировал, я, конечно, что-то пострадала немножко, что он не рэпует больше. Но сейчас, я думаю, не надо рэповать. Ой, ой, Джимми, ой! Вот, да как вкусно! Блин, мне нравится. Бузы, 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 вкусневочка какая. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сожрать, забрать. Jealousy. Ой-ой-ой-ой-ой, какие зенты вкусные! Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай-ой-ой! Пурке! Пурке! Пурке, пурке! Пурке так вкусно! Ой, охренительно, Риджис. Я прямо чуть не описилась от радости, что, блин, все. Не, я не говорю, что ты говоришь, что подслизано. Ты зачем на себя гребешь, я не понимаю. Там просто не один человек говорил, что это... что вайбы Тэмина ловят. Вот. Я не ловлю вайбов именно Тэмина, я визуально только увижу.
А, вот. А визуально? Ну, конечно, зря он так это... Образ визуально собрал такой, что может сильно флешбэкать. А так он сам по себе такой же всегда. Это, ну, такой резкие вот эти вот такие рваные движения, они в целом вот присущи. Тэмин так танцует, Джексон так танцует, Джексон Майкл, который с кого все это, ну, как бы вдохновляются, так танцевал. Поэтому тут... А Тена, вы там еще про Тена говорили, а Тена я вообще, кстати, тут вообще совершенно ничего не увидела. Короче, все, Рокки молодец, такой прям бубуська. Да, все, я теперь не страдаю, моя душенька за него теперь спокойна. Ну такую вкусняшку выпустила, это что я всем, да я всем порадовал.